Что же, всем привет, дорогие друзья, с вами FastRoman Light, и мы начинаем смотреть за GSL Dota Cup'ом под номером 19, серии еженедельных турниров от корпорации Game Show, и это финал, собственно, нашего Fast Cup'а. И в финале сражаются ребята из команды RBG, что расшифровывается как «Работяги». Ну и ребята из Cascade. Работяги против Cascade. Посмотрим, кто кого. Тем временем Cascade банят Бистмастера, ой да, Сларка и Веспа. Против них залетают в ванны Земмиля, Феникс, Вичдоктор и Дизраптор. Будут играть через Лордара и Джиггернаут у нас Cascade. В принципе, два уже сильных персонажа. Один оффлейнер, другой кор. Двух коров раскрыли. В принципе, нужно добрать какого-то третьего кора и двух саппортов. Или, возможно, это будет какой-то Стардар-саппорт. Но это я видел только у команды Vega Squadron и очень-очень давно. А вот у команды же Работяг имеется Рикимару, Тайдхантер и Леон. Пока что очень сильная массовая составляющая за счет Тайдхантера. Но появляется Тимберсоу, который, в принципе... И уравнивают шансы. Как-то резво начали у нас пикать парни. И я очень-очень надеюсь, что и играть они будут не менее резво. Ну что, Свен залетает к Леону. И в принципе драться могут с мидгейма. Действительно, с получением своих левелов каких-то минимальных артефактов могут драться. Каскейда забирает все Джакира, недолго думая. Последняя стадия банов и пиков, ребята просто не устраивают никаких прелюдий и сразу переходят к игре самой, недолго думая над персонажами. Ну что же, посмотрим, чей пик окажется сильнее. Улетает Doom, думаю, что это будет Doom Support, но Doom Support пикать такое себе, это может быть только Пупей какой-нибудь пикает, и то в редких случаях. Ну что, Cascade, пятый пик. Нужен хороший саппорт, типа Вич-доктора, но Вич-доктор в бане. Также неплохо заходит у нас Венга против Свена, и кто еще такой против Свена хорошо? Ну, вообще, любой персонаж, который мешает атаковать. Феникс, который тоже, кстати, в бане у нас. Земеля, который тоже в бане. Ну, ладно. Забанили множество саппортов, и прям 4 саппорта, даже 5 саппортов, которые мешают Свену. А кто у нас еще мешает Свену? Даже не могу представить. Ставить, ну, Оракл, хотя да, Оракл просто накладывает, как это называется, Fate Edict, по-моему, ведь так называется его второй скилл. Да, Fate Edict накладывает, и Свен просто не может бить. И стоит 5 секунд, или сколько там, да, 5 секунд отдыхает, плюс еще можно кидать раз в 7 секунд, и получается 2 секунды всего бьет Свен. Ну, хотя Свену даже этого будет достаточно, но у него еще и появится БКБ. Добирает Мирану Работяги и разбирают своих героев. Ну что же. Конечно же, мы, как всегда, вылетаем с сервера, быстренько переподключаемся, и как только переподключимся, сразу пойдем наблюдать за игрой. Ну вот очень много людей у нас из лобби вылетает, я заметил, причем неважно где, и либо не вылетаю я, и вылетает там 8 игроков, либо вылетаю я и несколько игроков. Ну что, тем временем здесь ребят допикивают своих героев, и сейчас должна начаться игра. Cascade у нас будет играть Ниму на Слардаре, Куку, Чигернаут, Бобруха на Тимберсове. Это, кстати, медовый Тимберсоу, потому что Бобруха играет у нас в меду. Махуша, Джакира, Эйвил Хоор, Раков. Против них играет Фридж на Свене, Персик на Тайдхантере, Сворд Арт на Рикимару, Миллион, Леон и... господи, Ноддо, наверное. Да, Ноддо на Миране. Посмотрим же, кто что у нас взял. Бобруха взяла себе Мидпурман Шилд и две веточки. Плюс еще, что Лени Фейс еще из айтемов сделал. Просто два глаза, рот и щеки. Он еще и Лени Фейс сделал у себя в инвентаре. Ну что? А против него будет стоять кто? Против него, скорее всего, будет стоять какая-то Мирана с врейв-бендом, двумя запольными тангусами, веточкой и фаером. Ну что же, пойдут сейчас разбирать руны у нас команда для своих мидеров и посмотрим, что
Из этого получится, будет ли у нас драка на руне или нет. Здесь у нас Sword Art, Sword Art. Не видим, кстати, Sword Art'ы. Мне он помигали. Что? Ну, Sword Art просто дает сейчас очень и очень много информации. Sword Art. Поставили. Опс, Sword. Sword идет за Вилхиором до конца. И сейчас будет воровать руну. Есть какие-то, какой-то вижен у Вилхиора, конечно же, имеется. Один сентри вард, но я не думаю, что тот будет ставить его на руне. И да, он просто отгоняет Рикимару этим сентри вардом. Стоит. А сервер в очень неожиданной позиции. От, как я понимаю, уже Рикимару. И Рики идет подрезать курьера, потому что очень много людей любят докупать себе фласку еще по ходу игры. Но вот, к сожалению, фласку Тимберсоу явно докупать не будет. Sword Art ждет курьера, но нести ботл... А, неужели несет? Нет, несет дополнительные тангусы, но все равно... Рики подрежет курьера, ведь он понимает то, что Рики-то в команде чужой и есть бобруха, и останавливает курьера под своими бараками, пытается подобивать, пока что он кайфует, пока что ему нормально с этим реактив фармером. И по сути, что это было? Какой хитрый. Но да, он фармит стаки. Ну как, или просто лесной кэмп своей стрелой. Тем временем Махуша и Слардар таблой в топе съедает Sword Art. У нас сентри вард. Махуша вынужден отступать. И Тайдхантера. Ну Тайдхантера в принципе может загонять он в Лоховору. Злоб учет Кеган Хлоя. Начинает ему еще наяривать. Ниму. Рике. Рики. Ну, Рики сейчас может делать, в принципе, все, что захочет. И Бобруха. Бобруха ведь понимает, что теперь нет у нас Рикимару в миду, потому что находится на топ-линии. Да, еще спалился, наверное, сейчас Рикимару. Нет, пока что не палился. И должен нести себе тангусы с топориком. Наверное, потом соберет какой-то себе Iron Talon из всего этого. Ну, или просто, чтобы приятно не было слить крипов у него, либо против Мирана неприятно вас хитить. Вот. В топе у нас Sword Art гоняет. Хорошо, Sword Art. На боте персик. Персик воюет, просто персик получает экспириенс. И этот экспириенс ему очень важен, ибо он только второй уровень. Хотя бы неплохо наличить бы третий себе. Перегревает крипов Оракл. И немножко распушивается линия в сторону Джиггернаут. Ну что ж, персики эти даже могут забрать. Сейчас какой-то Фортун Энд накинуть. Раскрутиться Джиггернаут может. И да. Здесь Рики. И Рики находит руну богатства. Забирает ее. Бобруха. Бобрухе вообще кайф стоит реактив фармером. Стоит он. Ничего не боится. Бобруха. Бобруха. Добивает своего крипа. Мог бы добить противника. Давайте посмотрим на... Крипсата, действительно не пошел Хекс от Леона. Я слышу, ой, очень больно Тордару. Тордар, следует Фарифар. Но если у нас стан еще от Свена, стан Свена был. Следующий будет через 6 секунд. Ну вот, отхиливается у нас с фласки Слардар. Или его отхиливают, на самом деле это вообще не важно. Жаль, не показывается. Не успел я посмотреть, кто ему фласку дал. Был у него фласка, скорее всего, Джеки Рос дал ему фласку. И Тайдхантер все-таки сфидел. Ну что? Свен. Если что, есть манга. Манга, чтобы была мана на еще один стан. Ну, она, в принципе, и сейчас так накапает. Если не Свен. Фиксует минусы. За такие станы. Отлично, дорожка от Махуши. Подкоп. Но на этот раз Слардара не отпустит. И Слардар отправляется в таверну. Махуша. Махуша разминает аккуратненько Рикимару. Sword Art. Хорошо. Замансил от последней точки в инвису. Миду. У нас кто выигрывает? По-моему, Тимберсоу. Да, Миду выигрывает Тимберсоу. У него имеется 16 на 10 крипстат против крипстата Мираны 13 на 5. Уже 14 на 5. Ну вот. С топориком ему в кайф здесь стоять. Пятый левел уже почти что. Пятый левел себе поднимает. Имеется реактив армор в 3 и в Риденде в 2. Не играет вообще с чемберчейном. Ну и что? Леон тем временем донается о нейтральных крипов. Здесь выходит тролль и отводит крипов на лесной стак. Махуша пытается разобраться с катапультой. Хорошо, катапульту добил. И 1-1, четвертая минута. Нода. Ну, посмотрите, Тимберсоу.
15 стаков реактив армора. Ему вообще абсолютно пофиг на все, что здесь происходит. Он может идти за вышку и спокойно танковать вышку. А, ибо у него 22 хп Эгена, 22 армора. Посмотрите, он бессмертен. Он просто бессмертен. Сколько, в принципе, армора, столько хп Регена. Бобруха. Добивает крипов успешно. Бобруха. Ну вот, бобруха спокойно себя совершенно ощущает на линии. Тайдхантер уходит в леса, понимая, что на линии ему делать просто нечего. И Тайдхантер получает свой уже четвертый левел, делает для себя стаки сам. Тайдхантер. В общем, все хорошо. Здесь бобруха. Бобруха. Срезает, причем неплохо так характеристика. Срезает он именно ловкость и дополнительную атаку мира не режет. Ну, Тимберсоу хорош еще тем, что он режет характеристики. А, режет не просто так, а режет в процентах. Из-за этого он очень силен в лейсе. Ну, потому что, ребят, потерять на силаче 15% характеристика, а потом еще 15%, потому что пилу можно засакать и длительность ослабления у вас 14%, а КД в рендев 6%. Это очень и очень много. То есть ты, по сути, можешь потерять теоретически, ну, там, хп 700, может быть, даже 1000 в некоторых случаях, если подрезали Мирану. Миране очень и очень больно. Мирана отхиливается с батла. Здесь Тимбер Соул. Тимбер. В топе у нас Фридж. Махуша. Сбивает кларетку Фриджа, но, по-моему, там кларетка уже закончилась и так. На боте Джиггернаут спушил свою линию. Джиггернаут 6 левел собирает себе, наверное, какой-то Battle Fury. По-прежнему режет что-то Тимбер Соул, подбирает руну невидимости. Возможно, стоит выйти в ту линию, хотя нет, уходит на Мирана. Но у Мирана, если что, есть лип, вот, то остается у Мирана очень маленький процент здоровья. Бежит за ним Тимбер Соул, но... Йой, здесь еще подходит у нас Оракл, Оракл. И Оракл подстилил, но ничего страшного. В топе у нас умирает Ренинус Базар. Подходит Джиггернаут, убивает одного, начинает раскручиваться еще на Свен пытается убирать, но Свена здесь не отпустит, хотя Свен замонтил, хорошо. Но Свена останавливают, и Йой стампа ку-ку, стампа ку-ку. Ку-ку заканчивается вызов, он застревает в крипах, Фридж. Фридж замонтил от стана и прожирает ему Леон путь к свободе. Он сам себе проел и был топорик. Ну что ж, ку-ку совсем не хватило, чуть-чуть дамага, как раз таки не хватило того дамага, который он заманил в этом проходе. Здесь у нас Мирана. Бобруха приседает именно только за Штар Шторма. А со всего остального он, в принципе, неплохо хилится. Имеется Пурман Шилд, имеется Реактив Армор в 3. Ну и вот Тимбер Чейн вкачал. Смахуша разминает Сворд Арта и Сворд Арт. Ну, правда, на боте у нас линия сильно будет запушиваться постоянно в сторону Тайдхантера. Тайдхантер получит себе свой экспириенс. А Джиггернаут у нас на базе сейчас ошивается. Купил он себе фейзы. Имеется, если что, еще и Аквила. Летает в топ Леон. Что Свен? Пошли смакят Леона. Тем временем я пока что потише сделаю доту. Стрела в никуда. Стан по ноду. Нода сильно проседает. Пошел у нас временем ультимейт от Патмы. Пытается пробить Валдара, но не получается. Приходит Джиггернаут без ультимейта. Хикс от Верения Махуса. Махус постарался сдонаиться о нейтральных крипов, но у него это не вышло. И 3-3 у нас счет. Продолжает фармить Джиггернаут. Джиггернаут уже почти что 7 левел. Ну вот, 7 левел себе поднял. Вкачивает 4-й крутилку и начинает забирать крипов на стаке с крутилкой. Понимает ли он, что нужно присосаться к этому экспириенсу, еще присасывается к золоту, забивать одного, добивать второго, забирая двух больших крипов, в сумме 150 золота, примерно даже там 72 и 84, что-то типа этого было. И Ку-Ку сейчас очень и очень расстроен. Ку-Ку. Ку-Ку, криты по 400, но это с топором. Опять же, с топором. Ультимейт. Есть. Можно потратить на Фриджа. Фридж. Ну, можно, на самом деле, просто сейчас нагло пойти, раскрутиться, ультануть. Пойти, раскрутиться, ультануть. Понимать, раз это сейчас Фридж. И Фриджа даже без ультимейта забирают. Фридж. Фридж хиксует, Джиггернаут. Джиггернаут морозит тем временем на скуку. Подкапал. Ультимейт дает совсем чуть. Разлетился в Патуму и Леона. Ой-ой-ой, бежит дальше у нас за Леоном. Леон, минус один, минус два делает. Но дальше умирать не хотел совсем чуть-чуть ему на Свена. Свен ушел просто, можно сказать, на... Просто крополях, Сворд Арт манится на зрение от Бобрухи, Бобруха, может быть какой-то там рандомный чемпионат, господи, чакрам прямо по нему, нет. Размен 2 в 2, он немножко в пользу для каскейдов, Махуша,
Махуша телепортируется тем временем у нас. Кто телепортируется? Леон. Хочется пробить Махушу. Махуша тем временем откатывается айспаф, но, к сожалению, ему не дают скастовать его, ибо у Леона слишком много контроля. Седьмой левел Джиггернаут, Сворд Арт уходит в инвиз. Под Сунтрой у нас все это было сделано. Ку-ку-ку. Ну вот у Сворд Арта 13 хп. Ну, осталось примерно где-то, не знаю, хп 2 реально оставалось просто. Леон. Его лишний хп реген, наверное, спас. Просто нереально. Там один какой-то случайно регененный процент. Или еще что-то. Ну что же, Рикимару. Выход на куку. И под куку станет сразу у нас Леон. Леону очень больно. Леон напрыгивает на Оракла. Уходит куку с крутилки. Но Оракл не спасти. Хотя Оракл дает ультимейт. Пытается подхилить. Оракл еще себя хилит. Сейвит его Махуша. И Вилхиор получает дамага. Но это лучше, чем умереть. Тем временем еще Джакира. Джакира приходит у нас от Тимбер Соул. Сворд Арт штучку откинул убежать. Но Тимбер, девятый левел, Тимбер. Пошли диски Тимбера и Бобруха. Бобруха, кстати, у нас уже с Оурингом. Айспафом морозит крипов. Бобруха идет просто в наглую за тауэр. Бобруха сейчас у Леона. Бобруха хексует временем Тимбер Соул. Бобруха. Ой-ой-ой, Бобруха. Но там может быть подстан Бобруха. Не ушел с Тимберчейна, но Свен его не пробивает. Бобруха. Ну, Бобруху очень сложно пробить, но все-таки пробить можно. Через секунду будет ультимейт. Перстик. Почему не осталось? Перстик оставил ультимейт Перстика. А, понятно, здесь Фридж. Фридж ловит себя. Пару тычек крипы. Перстика пробивает. 3-2 раза мин. Ку-ку. Крутилка есть. Раскручивается. Получает 6-й левел в драке. Наш Кирос сразу начинает ультить. И, по-моему, все-таки он в плюс за командой Каскейт. Ибо здесь умер у нас Керри. А тут Керри сделал двойное убийство, если мне не изменяет память. Ну что, сейчас посмотрим. Нет, он в плюс для работяг. Работяги всегда в плюсе. Работяги в плюсе на 500 по золоту и всего лишь на 200 по экспириенсу, но все равно в плюсе. Как мы видим, команды примерно равное количество урона нанесли. Было скастовано почти что все. Все, что реально можно было скастовать, они скастовали. Так что винить их здесь не стоит ни в чем. И да, Леон половину дамажил фингером просто. Свардар. Фармит крипов Чигернау. Тем временем поднимает руну двойного урона, начинает фармить как раз таки энчентов. Эти энчинты ему, возможно, принесут в скором времени манту, хотя не так много денег выносит с энчентов, а вот Рики подстрелил себе на 6-й левел. Видит сейчас он Бобруху, есть информация по Бобрухе, что тут уходит в топ-лейн. Свен даже еще без доминатора. Появляется Транквилла у Леона. Где Леон? Вот он, Леон. И также имеется Опс. Джиггернаут, СДД. Ультимейт через 40 секунд. И здесь сразу у нас нажимает БКБ, уходит, не бежит до конца Леон. Но здесь-то у нас, если что, будет драка, то в топе. Хоть нет, Свен стадился в мидл. Я тут думал, там они вдвоем. А оказалось, что нифига не вдвоем. Башня там потихонечку начинает падать. Башня телепортируется. Джакира в мид. Башня уже упала. Джакира. Выход на кого? Выход на Дэдхантера. Раскручивается Джиггернаут. Пытается его еще и приморозить, примораживают. Но тот снимает себе все эффекты. Персик Манзи ставится в центре варты. Его добивают еще к тому же у нас Purify Flames. Теперь стоит пушить мидл тавер, понимаете, это Джакир, начинает заплевывать вора. А мне интересно, если Джакира соберет себе Драгон Лэнс, то у него сколько там 500-600 атаки, а у тавера 700, ну видите, фактически это там, допустим, 690, ибо красный и зеленый круг различаются. Сирим Сворд Арт кидает точку на куку, куку подхиливают, куку ставят еще и хилим в арт. Очень много отхила сейчас у куку, так что бесполезно его пробивать. Достается тавер у нас Тимберсоу. Пойдут сейчас у нас на Рошана, наверное, или нет. Ну, в принципе, забрать Рошана смогут сейчас, и этот Рошан нам даст очень большое преимущество, но просто перетягивается на нижнюю линию, ставится в центре вард, и все перетягиваются на нижнюю линию, то есть будут заходить на Т2. Надеюсь, в таком случае, на это. А по нетворсам у нас 4000 лидируют Каскейды. По экспириенсу в 3000 лидируют все те же Каскейды. Счет 9-9. При одинаковом количестве убийств команда имеет огромный разрыв в нетворстах. Но это не такой уж и большой, но все равно неприятный для
работяг. Бобруха режет деревья, зачем он сейчас резал врагов, и Тайдхантер с ультимейтом, все имеют свой ультимейт, и даже имеется фингер. Вот единственное, что, чего нету, это Мунлайт. Мунлайт еще 50 секунд, но Тауэр, скажи, довольно-таки бодро падает, нам не чает тимфайт, стан под троим, Тайдхантер на подзанец, дает рывыч, хороший рывыч под троим, откидывается на передний мультимейт Джекира, приходит Свен на подстанили, Свен, Амонтиат, Свена не привораживает, Свен поздно. По дорожке получает огромное количество дамага, не умирает Джиггернаут, где Джиггернаут все еще живет, то есть стал свой ультимейт, я вижу Персика, пошел Персика раскручивать, Персика нужно добить, Персик все еще живет, но Персик здесь добит, Персик так горит, Персик, Персик живет, но нет, Персик догорел, Бобруха ловит стрелу, ой-ой-ой, какую стрелу словил Бобруха, ну опять понимаете, они отдали почти все скиллы, ребята из работяг, и вот что... Чего добились? Потеряли трех своих героев, причем один из них был Кор, один Хардлайнер, другой Саппорт, в размен на одного Оракла. Чтобы вы понимали, у Оракла, сколько нетворс у Оракла, предпоследний по нетворсам. Снесли тир 2 тауэр в боте, и, возможно, после тир 2 тауэра в боте как раз таки будут заходить на Рошана, потому что очень сложно без тир 2 тауэра дефать Рошана, каких-то байбеков, вообще с чего угодно. Тимбер, где он? В лесах. Расставляют и ломают Vision у нас с работяги. Появляется Bloodstone. Просто Bloodstone на 15... А, ладно, это не Offlane Timber Soul, так что ему можно. Но вот неплохой мана-реген появляется у Тимбера. Всегда приятно, когда у тебя регенится 20 маны в секунду. Особенно, если ты очень часто кастуешь. Ну и очень много маны тратит Timber Soul даже на фарм. Вынужден тратить, не знаю, скиллы, потому что с руки дамаг у него очень скудный. Покупает гем Тимбер и пойдет на базу, заберет гем, пойдет в мидл, заберет тир 2 тауэр, перенесет на Вилл Хиора, Вилл Хиора, цепанули, но даже за Вилл Хиора получают 300 золота, уходит с ТП Леон, где Леон, да, Леон все-таки ушел с ТП, здесь также ТП-шится Джиггернаут улетает на ботом линию, потому что там у него стоит тауэр, посмотрите, все тир 1 ТВРа стоят. Ну, очень много мобильности дают этот тир 1 ТВРа. Джиггернаута появляется Манта Стайл. Кстати, это не будет это никакой не Battle Fury, это Манта Стайл. Ну что, Джиггернаут продолжает фармить крипов. Тем временем миду у нас Сворда, Арфурда цепляют. Его пошла еще и два по Сворду. Сворд, это тиммейт, Сворд. И отхиливается с помощью стиков. На нем висит Нерфи. Ну, очень сложно забрать его с тиммейтом. Здесь крипмаг, пытается забрать его этого крипмага. Крипмаг. Ну, крипмаг убегает. Заходит на Рошана. Должны были о чем-то догадаться, если у нас перестали бить крипмага и пошли в сторону Рошана. Сбивать или нет кемпу. Сейчас будет снова минус армор. Славдар. Рошан потихонечку падает и... Знаете, чего неплохо было-то? Чтобы обливать дэмэдж два раза меньше брони снимал, но это было пассивной аурой и по всем. То есть на первом левеле, не знаю, 5, на втором какой-то 8, на третьем 10 или 7,5, как-то так. Ну, вы поняли меня. Рошан падает, Айгис остается Тимберу, хотя он тогда не таким бы полезным был Тимберсову, просто на самом деле бы куском. По большей части был обновляется вард, будет сейчас фармить стаки Свена, а у Свена и так все очень и очень плохо. Свен у нас четвертый по нетворству, вынужден фармить по 4 лесные стаки, которые не стаканы. И Джиггернаут получается в 12 левел. Интересно, что он качает именно вард в 3 и критические удары в 1, но там же имеется такой шанс крита, а он не меняет. Так что, возможно, правильно делает, продолжает здесь фармить. Возможно, стоит оставить одного крипа как предупреждение, хотя нет, тут же стоит в центре вард. Не Джеки Рос, откидывается в крипов, Свордарт. Ну, теперь Тимбер с гемом. У Тимбера не должно возникнуть проблем с Рикимару. Есть, если что, Bloodstone. Всю ему ману быстро зарегенит. Бобруха заряжает свой реактив армор. Бобруха зарядил на максимум. И Бобруха полетел по крипам. Ну вот побили его, и он доволен. Имеется 23 армора. Начинает падать тир 2 тауэр. Здесь крип маг не знаю, чего хотел, но чего-то хотел. Башенка потихонечку падает. Ты сейчас должна уже упасть. Башенка. Минус башенка. Отлично. Дальше у нас режет здесь Тимберсоу крипов. Бобруха.
Отлично. 12-11. Приходит Мирана. Дает двойной Старшторм. Уже имеется у нее Аганим. Этот Старшторм убивает всех крипов. Ловит, правда, вобруха у нас стрелу, но ничего страшного, потому что ему крипнет, что заряжает вечно этот армор. Тимбер. Тимбер стоит и кайфует. 110 хп регена. 110 хп регена. Просто как такое убить? Ну вот очень сложно доходить с Мира против Мираны на хайграунд, когда она с Аганимом. Просто потому что он дает двойной Старшторм, и ваши крипы умирают. Инста просто бобруха с Аегисом. Бобруха теряет Аегис, ой-ой-ой. Просто закидали здесь, так сказать, скиллами бобруху. Бобруха уходит на Тимбер чайне и понимает, что еще можно снести здесь топ-тавр, потом попытаться сплитить, потому что потеряли Аегис. А, там Мирана с Аганимом, она все, без проблем. Отпушит и... 21-я минута игры. Появляется рун волшебства, что у нас по нетворсам 5000 ведут каскейды. Нетворсы пошли в сторону работяг и по экспириенсу все в нуле. Ну что, Мирана. Мирана очень агрессивно идет. Мирана. Валисана. Вот Мирана сейчас может поплатиться за свой такой агрессивный выход. Мирана. Здесь Джиггернаут. Бегает. Что, 12-11. Счет, юзаются смоки. Тимберсоу идет первым, хотя у него нет ничего, что помогло бы цеплять ему Рики. Если даст им кого-нибудь, ставится обсервивард. Хорошо, что замонтили Рики. Здесь Фридж. Фридж, ну, Фриджа, просто мгновенно спиливают. Но если бы спилили Мирана, на самом деле, было бы больше пользы притягиваться в мидл. Здесь стоит у нас Леон дерево и сразу же отходит Леон. Леон пытается уйти, за Леоном погоня. Но вот Леон сейчас очень много времени выигрывает. Как раз таки время спавна своего Киря. Джиггернаут. Хотя Джиггернаут все равно не успел спушить Battle Fury. Нет, очень сложно пушить линии. Джиггернаут. Джиггернауты идут дальше. Весь Тимбер тем временем уже убил крипов. Где Мирана? Мирана. Вот Мирана уже рядом. Мирана с даггером ставится Healing Ward. Заходит на хайграунд. Начинают бить Тауэр, нажимается мека, подключка сложно все очень делать, молчит хорошо, все замонтили, открыл, это самое главное, потихонечку падает тир 3, связается клип, еще есть катапульта, сходят с хайграунда, активируется Backdoor Protection, или нет еще, вроде еще нет, ибо стоит катапульта, но вот теперь точно активируется Backdoor Protection, или нет, а почему? А, окей, ладно, может быть активируется, потому что здесь не показано, она в барах. Уцепляет снова Свена, пошел ультимейт, снова Дуарту задолжил ультимейт Вернауда своим ультимейтом. Фингер по Тимберу, Тимбер быстро резается, если что у Тимбера есть какие-то там тревела, тревелов и нет, но есть арканы и 9 зарядов Бутсона. Мы просто разменяли снова Свена на Тимбер Сова и Тимбер летит обратно. Есть у него теперь один Тауэр, на минус миллион. Сауэрдар снова ставит тучку. Ку-ку-ку, нужно сейвить. Ку-ку. Ку-ку сейвит. Ку-ку. Мансит двойной Старшторм. И ку-ку отхиливают. Ну вот, двойной Старшторм тебе не помогает. Если как бы у тебя нету чем пробить этот, если про тебя играет Оракл. Потому что он просто вешает предикт и все. Ну что, пошел ультимейт от Рики Мау. Здесь снова Мирана двоим со штурмом. Ну, уверенно, что у нас каскейды. Сейчас уже барак и примутся за второй или даже оставят на женский барак. Нет, начинает забирать этот барак. Томали в сторону на 23-й минуте. Обошел под стан. Хорошо, мотивы всего этого Джиггернаут. И уходят на топ-линию. Ну вот, после немалых трудов они сломали одну линию. Джиггернаут забирает баунти. И бобруха и ну и в общем Джиггернаут стоит на месте.
Ну, как стоит на месте? Именно стоит в одной области, по Нетворс он двигается вверх. Правда, Мирана начинает его уже опережать, но, ну, во всяком случае, пытается догнать и начать опережать, только потому, что у нее имеется Аганим. Аганим очень и очень сильная вещь, которая действительно просто тебе помогает фармить все, что Мирана в боте пытается засплитить. Тем временем здесь у нас кто-то позволяет Грифуза у Джиггернаута, что там у Тимберсоу. Тимберсоу уже худо в Дефайнс, Грифсы у Джайкира, огромный перевес по артефактам, Даггер Форс Слардар и Форс у Оракла. У Свена Сабля Доминатор. Ну, это смешно. Даггера нету, Тейтхантер у него имеется, один Микат. Скоро будет Ревич, Рики с Гемом, а Леон с Даггером. Но вот то, что есть Даггер у Леона, это всегда приятно. И Даггер Аганим у Мираны заходит на хайграунд. Теперь не пошел у нас ультимейт. Не знает у нас об этом каскейды. Каскейды и бобруха. Бобруха. Бобруху сейчас могут убить быстренько. Двойной старшторм. Подкуп по бобрухе. Нет, успел изануть. Он прыгает у нас. Ку-ку, ку-ку, ку-ку. Минус один. Подкапывают. Ку-ку. Очень больно. Все дали. Тем временем здесь у нас никто не бьет Таура, потому что никто, кроме Куку, в принципе, да и бить не может. Байбек от Куку, байбек от Мирана, режут Тайтхантера. Тайтхантер уже давал рвейш, еще без полигента. Свордарт, мансит от Пилы. Хорошо, Свордарт живет. Ремейш Тайтхантер. Ой-ой-ой, Тимбер Соута. Тимбер Соута сейчас может умереть. Тимбер Соута сейвит. Тимбер, Тимбер, развороте. Откидывает Чакрам. Заходит в... Сайленс живет, но второй Шторм его добивает. В итоге размен 3 в 2. Байбэкнулся Джиггернаут, но тот не успел добежать, не успевает взять дабл дэмэдж, и в 3, даже в 4 500 по преимуществу вырываются работяги. Джиггернаут. Ну вот, потеряла деньги Мирана, появляется даггер у Свена, появляется даггер у Тайтхантера. Он, по сути, все, что они сейчас выиграли, это два даггера. Два просто даггера. Но если на своем даггере еще нормально, то Тайтхантер и так без него давал нормально рывы. Хотя, ну вот, даггер всегда хорош. Ладно. И решают, что немножко подфармить нужно. Ребята из Каскейд собирают себе, наверное, какой-то либо Скади, либо Аганим Чиллаут. И теперь он с Инвизом. А сейчас с Инвизом-то может подцепить какого-то Свордарта. Ладно, Свордарта не подцепит с Инвизом. Как там видел Джиггернаут в прошлой драке, я не знаю. Ну и Рошан в скором времени должен уже заспавниться. Покажется у нас таймер через секунд 10. И подождем, пока что у нас определится дополнительный таймер Рошана. 7. А, нет, минимальный просто, реально минимальный таймер выпадает. 3 секунды до Рошана, и он спавнится. Ну что же, вот самый минимальный таймер выпал. Ищут кого-то в лесах, находят Леона. И лол, совсем чуть-чуть не хватает. Ну, Куку потратил ультимейт зря. Теперь 2 минуты без своего омнислэша. И маловато. Возможно, просто крит не грохнул. Но если бы грохнул крит у нас еще один раз хотя бы, я думаю, там убило бы Леона точно. Находит тем временем здесь кого? Находит Свена, хотя нет, Свен мансит. Если был бы здесь какой-то вижен, и раньше прикорка этого бы не было, Свена бы отпустили. Свен, Свен, тем временем Свордарт, разведывает территорию, Вилхиор, Вилхиор, под ванишем. Гуляет, если он в лесах. И никого сейчас не найдут. Вилхиор. А, нет, это миллионный. Тем временем каскейды заходят на Рошана. И потихонечку Рошан этого забирает. Действительно потихонечку, потому что неохотно Рошан остается со своими хитпоинтами. И не хочет расставаться так же с Эгисом. Достается Эгис на Эгис у нас. Уже будет ультимейт через 20 секунд. Ку-ку. У него 14 тысяч на Творца. У Мираны уже
12. Но вот Миранна сильнее станет только с Инферион. Сейчас можешь потерять Истерин, есть смоки, смоки. Тайт Хантер вырывается на одного, хотя нет, быстренько на спине Ракла. Но у нас скучивается. Нам сейчас много урона. Может сейчас потерять Аегис. Есть ультимейт. Минус Свен. Будет за каким-то еще погоня. Ультимейт на Мирану. Мирана носит Гост Скептр. Минус Леон. Выбивают гем. Мирана. Мирана с хастой. Погоня теперь у нас за Рикимар. Ловит стрелу. Слав удар. Ставит сразу инфаркты. Заканчивается погоня. А здесь-то начинает гореть уже хата. Что? Хата подгорает. Крипы бьют. Вспомогательные строения, и Ку-Ку заходит на хайграунд, начинает добивать территаур, играется Гулиев, хорошо, но откидываться после больше нечего. Нету Леона, нету никого, Ку-Ку, БКБ юзает пора, ну ладно, не знал. Вместо этого манту, Ку-Ку очень больно, раскручивается, Мирана от него липается, пытается уйти ему, у него напрягивается World Art, минус армор, живет у нас Мирана не подставилась, Мирана, пошел Старшторм, куча второй Старшторм, гибель Аеги, стрелой убивают Сладара просто в упор, перерождается Джиггернаут, минус один, забирает гем у нас. Должен взять БКБ, хорошо БКБ ее занул, раскручивается на фринж, много умирает, но здесь Свену не везет, просто толкают на Леона, но тут он подстанил, прыгает Леона дальше, взяли диффуза, отлично, взяли диффуза, у нас Куку, минус второй, ставится обсервер вард, байбекается Леон, стрела летит, Куку продолжает стрела, Бэкдор протекшн на еще, и Куку, ну сейчас что у нас стало, прошлым временем у нас якорь, под капот, Леша забирает тавер, Куку продолжает бить тавер, просто в нагло, минус тавер, Куку, БКБ, ну и БКБ подхиливают, финал живет, даже еще и подхиливаются, нода должен умирать, минус нода, снова БКБ, ну здесь просто Леон отличный рвейджи выдает, даже лучше самого Тайдхантера, минус Тайдхантера, на самом деле реально Леон подкапывает лучше, чем Тайдхантер, пошел ультимейт Рикимару, добивает вторую сторону, играет Рикимару, минус вторая сторона, соответственно, работяги проигрывать не хотят и хотят забрать главный приз. Хоть на третью сторону Каскейда. Но вот не хотят у нас писать ГГ ни в коем случае. Ребята, работяги подцепили с Леона. Нет, не подцепили. Лохиор по фриджу. Хилится у нас Лохиор. Фридж у нас умирает. Лохиор выживает. Подцепили еще и Леонова. Связается манта. Падает третья сторона на 31-й. Даже уже 32-й минуте. Карман мечников. Потихонечку заканчивается Леон. И прописывают версии ГГ. Что же, хорошая игра, уверенно Каскейды давили всю игру и выигрывают в этом турнире. Ну что же, наверное, спасибо, что смотрели. С вами был Faster Than Light. И пока-пока, до скорых встреч на других турнирах от КСЛ и всем чем угодно.